Сегодня я расскажу, как приготовить цветную капусту на банке. Этот способ знают многие, особенно часто так готовят курицу, но я решила поэкспериментировать с цветной капустой и вышло здорово. Чтобы капуста получилась сочной без предварительного отваривания, я буду готовить ее на банке с пивом. Во время выпечки пиво будет кипеть, парами пропитывая капусту, так она и приобретет вкус, а после запекания под соусом станет нежной и острой. Обязательно попробуйте приготовить капусту на пивной банке по моему рецепту. Надеюсь, вам понравится. Удачи! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Итак, подготовьте продукты. Вымойте тщательно банку с пивом и цветную капусту, откройте пиво, отлейте стаканчик, он не понадобится. Нужно, чтобы во время запекания капусты пиво кипело, но не сбегало. У капусты срежьте ножку, можно даже чуть глубже срез сделать, но так, чтобы не повредить соцветия, удалите листья. На противень поставьте банку с пивом, сверху посадите капусту, она должна устойчивой быть, полейте растительным маслом хорошо капусту, посолите и отправьте в горячую духовку на 30 минут, температура 180-190 градусов. Пока капуста запекается, приготовьте соус, для этого смешайте растопленное сливочное масло с горячим томатным соусом, добавьте перец и чесночный порошок. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Тщательно перемешайте, соус готов. Через 30 минут достаньте капусту из духовки, она немного подрумянилась, значит готова к следующему этапу. Поливаем капусту щедро соусом так, чтобы он попадал и между соцветий, отправляем снова в духовку на 25 минут. Капуста готова. Аромат просто сказочный, обязательно попробуйте. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Цветная капуста, 1 штука. Пиво в банке, 1 штука. Растительное масло, 2-3 столовые ложек, лучше оливковое. Соль, по вкусу. Сливочное масло, 100 грамм. Соус томатный, 100 грамм. Каинский перец хлопья, 0,5 чайных ложки. Чесночный порошок, 0,25 чайных ложки. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Приятного аппетита, приходите еще.